Я думаю, что эти меры направлены на, в первую очередь, на сохранение здоровья тех людей, которые работают на оборонных предприятиях. Но надо еще не забывать, что это люди, это жители нашего региона. И, конечно же, те меры, которые санитарный врач выписал, если эти меры будут соблюдаться, жестко контролироваться, избежим от изоляции целых смен, что, в принципе, приведет, если такая ситуация будет развиваться, что приведет, в принципе, к остановке всего производства. Этого допустить нельзя, поэтому мы жестко будем контролировать, и мы жестко будем смотреть выполнение этих санитарных мер и, в свою очередь, помогать по различным направлениям для того, чтобы предприятия оборонного промышленного комплекса, химические, металлургические и наши аграрии наращивали свой потенциал и выходили в нормальную жизнедеятельность по всем фронтам.